Собчак и весь российский народ. Дмитрий Анатольевич, нам вас жалко, за олигарха вступилась Пугачева Алка. Ваших сторонников след простыл, вот российский народ про вас и забыл. Все обсуждают премьер-министра, уйдет он медленно или быстро. Народ на митингах топчет снег, а вас как будто бы больше нет. Вот выступили мы на Поклонной горе, и Лена Сахарова в декабре сказали бы свое слово публично, а премьер-министру можно и лично о том, что думает наш президент. За вас голосовал огромный процент. Как победить коварный Госдеп? Страна в смятении, а вас еще нет. Вы писали вам в Твиттер, но вы молчали. В Фейсбуке писали, вы не отвечали. Дмитрий Анатольевич, дайте ответ. Есть оранжевая угроза или нет? Стоит ли бояться отката назад? Системного кризиса, попадания в ад. Взрывов домов, коварных чеченцев. Но Гумарова, нападение немцев. Как нам понять без вашего слова? Нужен нам Вова или не Вова? Неужто Путин нас всех спасет? Сказали бы честно, что вас не видит, что тихо стояли мы у руля. И нами не правили даже и дня. Мы все про вас знаем, мы видим насквозь, что были мы вместе, что будем и вровь. Никто и не думал вас оскорблять, но Дмитрий Анатольевич, даже сейчас печется о судьбах страны. Выборы были, они страны. Даже стрелки часов не повернут. Или нас повернет опять. Сказали нам всем от души. Поговори же с нами, не напиши. Поверь, осталось ментами по сути. В ваших речах помимо мучи. Нет ни слова на слову дня. Дмитрий Анатольевич, так нельзя. Потом напишут, кто был молодцом. Президент России с человеческим лицом. Сидел 4 года, решений не принимал. Освободил кресло. Успел вроде как предложить реформы, но кроме дебильной полицейской формы ничего после оставить не смог. Оно и понятно, всего один срок. Спасибо, что не спамил. Спасибо. Спасибо, что не бот. Спасибо. И подпись. С уважением, российский народ. Спасибо, всем добра и счастья. Ура! Не труд, май, жопа!